рамках темы «Бизнес-клуб Infox» 28 сентября прошла очередная, 115-я по счету, встреча партнеров бизнес-клуба Infox. Встреча прошла в стенах арт-отеля, презентация которого и была представлена участникам сегодняшней встречи. В мероприятии приняли участие более 50 руководителей и топ-менеджеров, то есть представителей около 25 ведущих компаний Кыргызстана. Генеральный директор информационного центра Infox Денис Парменов отметил, что каждая встреча – это возможность развить свой бизнес посредством сотрудничества с бизнесменами. Бизнес-встреча – это площадка, которая позволяет обмениваться контактами, коммерческими предложениями. Бизнес-встреча – это новые люди, новые бизнесмены, новые идеи, да, и новое внедрение бизнес-проектов в рынок Кыргызстана. И мы эту идею стараемся уже нести более 16 лет на рынке Кыргызстана. Приглашаем партнеров из-за рубежа и сами в середине октября будем присутствовать на крупном форуме, который будет проходить в Калининграде. Арт-отель – это четырехзвездочный отель, начавший свою работу в апреле этого года. Отель расположен по адресу Лесхозная, 10, то есть недалеко от пересечения улиц Джебекджолу и Фучика. В ходе встречи участника была проведена экскурсия по отелю, где они получили возможность своими глазами увидеть обстановку номеров, оценить атмосферу отеля. О преимуществах арт-отеля рассказал генеральный менеджер Мелис Суетбеков. Во-первых, он ближе всех находится к аэропорту Манас, что делает его в некоторых аспектах очень удобным. Например, если ваши гости живут в нашем отеле, вы никогда не будете беспокоиться, что они опоздают на рейс, потому что впереди никаких пробок нет. А с другой стороны, мы пытались сделать отель таким стильным, красивым, использовали все те необходимые моменты для гостиницы, чтобы пребывание у любого здесь клиента было комфортным. Что еще могу сказать? Все время мы стараемся сделать так, чтобы последние веяния в гостиничном секторе, которые возникают, чтобы мы тоже это все имели, чтобы все это отражалось в наших номерах. И, в принципе, по отзывам наших гостей, я думаю, что мы этого достигли. Арт-отелем был организован фуршет для всех участников встречи. После в конференц-салоне арт-отеля среди участников бизнес-встречи ведущие мероприятия были проведены игры и розыгрыши. Победители были награждены утешительными призами. Главным моментом мероприятия стал обмен визитками и знакомство с будущими партнерами. Своими мнениями о бизнес-встрече Infox поделились участники бизнес-клуба. Я являюсь партнером Infox уже более 15 лет. Мне очень нравится эта компания, как они работают, как они находят клиентов для нас. Я занимаюсь развитием танцевальных и спортивных событий в нашей республике. Мы организовываем очень большие мероприятия танцевальные, спортивные, танцевальные. И на данном этапе мы достигли уже международного уровня. И благодаря Infox у нас находятся партнеры, у нас находятся клиенты. Хотелось выразить огромную благодарность. Спасибо вам большое. В моем лице нашей компании мы приветствуем такие... У нас, скажем так, родилась идея запустить совместный проект. Это выпуск брендинговых карт. То есть два бренда, это Кыргызско-Швейцарский банк и плюс клуб Infox, выпускают на базе платежной карты Элькарт. У клуба Infox была скидочная карта, которая предоставляла скидки в более чем 700 компаниях. Вот. А у нас платежная карта, которую мы выпускаем. И мы решили создать вот совместный продукт, уникальный, скажем так, на нашем рынке. Что он дает? То есть это карта, которая при предъявлении дает скидки. И плюс на эту карту можно и зарплату перечислять, ей можно оплачивать. По ней можно получать овердрафт, то есть кредиты, да? В завершении встречи генеральный директор Infox Денис Парменов поблагодарил всех гостей за участие. Бизнес-клуб Infox – это площадка, где укрепляют деловые связи и находят партнеров, общаются в высокопрофессиональной сфере, делятся своим опытом и успехами. Здесь каждый бизнесмен находит для себя то, что важно ему. Бизнес-клуб Infox – клуб надежных партнеров.